Давай, встали! Время! Приготовились! Время, давай, работаем! Под руководством старшего тренера сборной Ахмеда Алиханова тайские боксеры тренируются два раза в день. Несмотря на то, что все официальные соревнования отменены, а чемпионат России, который должен был пройти в городе Сочи, перенесен на неопределенный срок, спортсмены не сбавляют оборотов. Тренировки по улучшению навыков идут полным ходом. Молодая сборная, очень хорошие ребята, кого-то выделять именно не хочу. Есть Гаджим Иджида у нас, который как раз на пробой готовится. Вот его бы хотел выделить как чемпиона мира. А остальные молодые, очень перспективные ребята, они покажут себя и заявят о себе на мировых уровнях. Не только чемпионат России по тайскому боксу, и по боксу, вот здесь и боксеры с нами на сборах, и по борьбе, и по всем видам спорта перенесли соревнования на неопределенный срок. В связи с этим коронавирусом большой ажиотаж у нас. Гаджи Меджидов уже в эту субботу выступит в Екатеринбурге против Владимира Дегтярева. Ранее спортсмены встречались на любительском ринге. Встретился в финале на чемпионат России, был тоже в Москве, проходил в 2016 году. Там я в финале, вышел разбитый, весь был травмирован. И тоже, я сам тоже недавно занимался, чуть больше года всего лишь. И так проиграл по очкам. А сейчас это настроен? Сейчас настроен на победу, конечно. К тренировочному процессу сборной Дагестана присоединился и Аллахверди Рамазанов, боец и чемпион лиги One Championship. Его бой в азиатском промоушене также отменен по причине коронавируса. Но боец не перестает тренироваться и продолжает свою подготовку у себя на родине. Бой перенесли на неопределенный срок, еще точно не сказали. Я сразу вернулся в Дагестан. И насчет боя так не расстроился. У меня все происходит, у меня все получается к лучшему, иншаллах. И сейчас я приехал домой, и у нас здесь в Дагестане проходят сборы, сборная Дагестана. И я решил помочь команде, поучаствовать с ними на сборы, потренироваться вместе. И вот сегодня мы вот на берегу моря на тренировках. Несмотря на тяжелые нагрузки, личные тренера уделяют время оттачиванию технического и тактического арсенала со своими подопечными. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.